Легкий и простой планшет для новичка. Это XP Pen Star G 640. Портативный планшет, чтобы работать дома, в офисе или в поездках. Комплект состоит из планшета, пера, 20 сменных наконечников, USB кабеля для зарядки от компьютера и документации. Смотрим на сам планшет. У него маленький корпус с необычным дизайном. Основная часть с толщиной 2 мм и более толстый блок сверху с глянцевой вставкой. В остальном все максимально просто. Рабочая поверхность размером 152,4 на 101,6 мм и никаких дополнительных клавиш. Зато планшет легкий, всего 300 грамм. Разрешение этой модели 5080 линий на дюйм, чувствительность 8192 уровня нажатия. Подключается планшет через кабель. Приятно, что разъем для подключения находится в верхней части планшета, а не сбоку. Провод не будет мешаться. Перейдем к перу. Оно не требует зарядки и комплектуется двумя клавишами. Ластика на тупом конце нет. И напоследок важная особенность. У планшета два режима работы – для левшей и для правшей. Резюмируем. Это небольшой и легкий планшет для новичков или работы в дороге. Только учтите, что у него нет встроенного держателя для пера.